В 1936 году, после ухода Ивана Петровича Павлова, было постановление правительства об увековечении памяти выдающегося российского ученого. И среди тех мер, которые были для этого предназначены, было и присвоение имени академика Павлова Первому Ленинградскому государственному медицинскому институту. И мы гордимся этим именем. Мы понимаем, насколько велика планка соответствия имени и духу великого исследователя и великого гражданина России Ивана Петровича Павлова.